Так, тут какие-то фрукты, непонятно какие, не знаю, что это за фрукты. Так, вот хомута. Это такая секретная хомута. Привет, хомута. Привет, привет, вижу хомуту. Не знаю, что такое хомута по-французски или на местном наречии, но хочу рассказать, что вчера муж заказывал это Airbnb, это называется, да, но через Booking.com. И я когда смотрела, ну, как бы представление имела, но я не знала, что настолько интересно все. Короче, мы тут приехали, бабушка нас это довезла, Мария, ее зовут, познакомились. Такая пожилая женщина, лет 70, таксистом работает, вообще удивительно. Вот. И, в общем, за 20 евро она нас довезла, а с аэропорта только до города 21, а мы, получается, сэкономили то, что пешком шли. Вот. И здесь нас встречают, сюда провожают, и вот здесь наши апарта. На самом деле все, я вижу, есть прекрасно. Сушильная доска, вон вижу сушилка, да, вещи разложить, микроволновка, чайник, кофе, чай и даже сливки к кофе, телевизор, Wi-Fi, вот пароль, холодильник, две кровати, как я хотела, вот прям вот я так хотела, чтобы когда муж захочет меня, он меня пригласил, когда я захочу, я к нему прилягу, а так мы друг другу не мешаем. Вот такие панорамные окна, так классно, да, здесь можно сидеть, чай пить, кофе, ну вообще прекрасно. Сейф даже у них есть, надо же, хотя я спросила, безопасно здесь, сказали, безопасно, ну ночью не ходите, сказали. И завтра. И завтрак еще главное. Я говорю мужу, а у нас завтрак есть? Он говорит, нет, без завтрака. Она говорит, в 7 часов завтрак начинается. Начинается, да? А когда кончается, не сказала. Не сказала, я не запомнил. Конечно. Не запомнил. Я же плохо это запоминаю. Да, значит, вот можно вещи повесить, да, есть вешалки. Фен есть. Потом, что это такое, так много всего. Так, кондиционер, шампунь. Кондиционер, шампунь ванильный. А это какой-то тиары. Что это может быть? Не знаю. Я тоже не знаю. Это тоже ванильный. Ну, что это такое? Шампунь, кондиционер. 3 штуки аж. Так, а это? А это что-то интересное. Может быть, это крем для тела? Нет, это тоже похоже на шампунь. Ну, не на... А, нет, шампунь. Шампунь, кондиционер. Просто другой. Так, дальше идем. Унитаз. Душ и раковина. Из камня, кстати. Так, это, наверное, полотенчик под ноги сюда ставить, да? Так, и... Два полотенца. Здесь два полотенца. Ну, в этот раз мы скромнее с полотенцами, ну, не да? Отель же. Да, не отель, и два полотенца будет достаточно, я думаю. А то обычно по 19 штук, не знаешь, каким полотенцем. Вот в предыдущем сейчас отеле у нас в этом, на островах Кука, вот было полотенец, сколько я считал, 9 что ли. А тут 2, ну и для ног, нормально. Откроем? Да. Так можно все открывать. Вот так можно. Шикарно. Ну, кондиционер есть, конечно, если жарко будет. Мы вообще обычно не включаем кондиционеры. Прекрасно. Всем привет. Стоите.